День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Слова песни этой знали все, корни наши, все прадеды, все деды, все бабушки, все пели эту песню со слезами на глазах, потому что миллионы погибших людей, миллионы потерянных просто душ, сердец, испорченная жизнь. Но мы победили, мы страна победителей, и мы достойны того, чтобы этот праздник правильно праздновать. И самое главное вместе. Друзья, Одесская епархия приготовила огромный сюрприз. 411-я батарея, воскресенье, 9 мая, 19:00, мемориал 411-й батареи возле храма святого великомученика Георгия Победоносца. С этого места будет стоять огромная сцена. Будут звучать песни военных лет, будет выступать хор «Миротворец», другие, секрет, другие исполнители, которые заставят всех нас вместе не просто порадоваться, а пережить, прочувствовать этот огромный праздник. Потому что только песня может действительно раскрыть всю глубину. Мы надеемся, что вы с нами будете. Мы подготовим текст, мы подготовим все, только чтобы вы пришли. Друзья, берем маски, берем стульчики с собой. Будет полевая кухня, будет фронтовый инстаграм. Все будет. Приходите, мы сделаем лучший праздник, который заслужит наш город-герой Одесса.